Также сегодня вручили знаки отличия Тюменской области за мужественный поступок. Среди награжденных Вано Апцаури, заместитель начальника 26-го противопожарной службы. 20 августа прошлого года благодаря его смелым и решительным действиям удалось спасти жизнь утопающего мужчины. Знак отличия получила Мария Усольцева, ученица 10-Б 38-й Тюменской школы. В октябре она помогла спасти из горящей квартиры мужчину, обесточила сети и вызвала пожарных. За мужественный поступок награжден Сергей Старосветов, замначальника службы пожаротушения. Благодаря его решительным действиям не было допущено массовой гибели людей во время пожара в доме на Олимпийской 8 января. Старосветовым и его звеном было эвакуировано 33 человека, 6 из которых – дети.